Так, ну по словам Гриши, там уже все начали веселиться. Раздают еду, флаги Кортрос, чучелка масленицы, полно детей, какие-то скоморохи, вообще трэш и угар. Мы выдвигаемся. Гриш, ты хочешь пойти на праздник? Да. А что ты там будешь делать? Веселиться. Угу, понятно. А еще? А еще есть. Блинчики, да? Да, и то, что я еще взял. Прекрасно, у тебя целый рюкзак еды. Супер, ну что же, начинаем зажигать. Наши музыкальные инструменты подготовлены. Прекрасно тусуемся. А еще тут есть матрешки и сушки. Друзья, сегодня мы вместе с вами. Вот такой классный праздник. Мы надеемся, что доставим вам только ярких, позитивных и хороших эмоций. Больше. Гриша обучается игре на балалайке. Это масленица, детка. Нужно будет, смотрите, как Кузьма бежит и блины теряет. За блином сразу возвращаемся, если блинчик улетает. Вот так. Нужно ручкой придерживать блинчики. И бежим, бежим, бежим к блинам. Подбегаем ко мне. Я нюхаю, говорю, хорошо. Здравствуйте! Здравствуйте! Какая весна пришла! Ой, стесняется совсем! Ура! Масленица пришла! Рыжик, ты чувствуешь масленичное настроение? Ну, а ты, Сонь, чувствуешь? Конечно, тут да, блинов. А где Валентин? А ты когда? Не успела. В понедельник. А где Катя? Не Головы сорвал ветер. Мой колокола. Я хотел любви. С четыре стороны, да, я должен изображать такого басиста. Бьем, бьем. Там три, Валя, балалайка. Класс. Иди сюда, я вот это образ у Сони. Вот это я понимаю. Настоящая масленица. Веселая программа для взрослых. А, вот они, жаждущие блинов. Больше о всех настоящих событиях можно получить в нашем телеграм-канале ЖК Элав. Там вы сами можете проголосовать и выбрать то, что вы хотите видеть в своем районе. Какой праздник, какое направление. Может быть, это будет какой-то интересный завтрак, а может быть, это будет спортивный праздник. Повернулись все. Все. Вы. Главное, будьте в теме событий и подписывайтесь. Вань, на повернись. ЖК Элав. Что ли, да? Возьмем у тебя интервью. Вы весна? Ой. Я почти пришла. Привет, Веснеева. Вот такая вот весна. Ой, а кто там еще спрятался у нас? Кто
там спрятался? Давай, как тебя зовут, рассказывай. Ну, давай пять. Вот, молодец. Как тебя зовут? А сколько тебе лет? Несут какого-то петушка. А сейчас за ленточки, наверное, будут браться и кружиться. О! Так вот наши участники. Импортозамещение Барби. Ну что, пришло время прощаться с нашей зимушкой зимой. И москвицей тоже. Давайте, ребята, запустим нашего петушка в правую сторону. Осталось определить, где право. Это будет общая фотография. Давай туда. Ну что? Масленица! Отлично! Теперь давайте все под наши пласты. Дружно улыбнемся и кричим блинчики! Блинчики! Спасибо вам. Ура! Встретили вместе с вами весну и росту. Спасибо. Ура!